Детская развлекательная программа, развертывание огромного полотнища российского триколора и праздничный концерт. Так, 22 августа десногорцы отметили День государственного флага России. Традиционно праздник прошел на городской эстраде. Праздничные мероприятия, посвященные национальному символу, открыла игровая программа для детей. Вместе с добровольцами волонтерского штаба ребята не только повторили порядок цветов во флаге, но и узнали много интересной информации об истории появления триколора. Дети с радостью принимали участие во всех эстафетах и конкурсах, связанных с государственным флагом. Кульминацией праздника стал яркий флешмоб. Юные десногорцы приняли участие во всероссийской акции «От Калининграда до Камчатки». Всего три цвета – белый, синий, красный. А сколько в тех цветах заключено? На крыльях бело-синей-красной птицы летит свобода, вера, чистота. И к ней мы обращаем наши лица, и с нею воплощается мечта. Под дружные аплодисменты зрителей они развернули 10-метровый российский флаг, как символ единения всех жителей страны. Завершился день праздничным концертом, подготовленным Центром культуры и молодежной политики. С музыкальными подарками для жителей и гостей города выступили солисты народного коллектива студии эстрадной песни «Ренессанс». Государственный флаг России символизирует связь поколений россиян, вдохновляет на трудовые подвиги. Этот день еще раз напоминает жителям страны об их главной задаче – помнить, сохранять и приумножать достижения своих предков. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.